Есть! Есть! Отлично! Чебубабрик! Челубабзик! Челепиздрик! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Тапочник, Серега, Чебузаврик, Васаби, Радекс, Сайбер. Пацанчики, поздоровайтесь! Здорово! Пацаны сегодня возьмут у нас мама длинные ноги, я буду убивать их на этой машине. Если пять кушайте, приятного аппетита, а пацаны должны выжить максимально долго. Кто первый умрет, тот лох. Погнали. Серега выставил всем по 50 хп, поэтому шансы довольно-таки равны. Так, ну что, первый пошел. Кто умирает, тоже берет эту машину с этого пака и начинает мочить других. И в конце у нас, получается, будет куча машин и один выживший. А может, когда останется последний выживший, может использовать будет скилл, чтобы убивать? А, не, он тогда на расстоянии всех будет мочить просто. Да, блин, машина вообще рахитная, очень реалистично сделана, она до такой степени, что я теперь не выеду. Так, Серега, кто попридумывал эти, блин, машины такие стрёмные? Так, Безумный Макс. Так, Безумный Макс, нормально, сделай машины. О, выехал, наконец-то. Да. Так, раскочегарю. Машина на самом деле-то быстрая, просто немножко рахитная. Не прокачана. Первый левел у нее. Надо прокачивать. Так, вижу. А чего вы все там вверху? Сплазьте, сыкуны. Мы тебя боимся. Не бойся, я тебя убью. Так, первый. Ух, блин, еще чуть-чуть зацепил. Так, блин, ну, вот вы тараканы вонючие, ну, давай, Мэд Макс, банан на машине Мэд Макса. Да, блин, я, да, жара. Ладно, это все было продумано. Было продумано утопить машину, которую я опять в аренду брал. Так, давайте возьмем другую машину. О, такую возьмем, в принципе, они все одинаково здесь ездят. О, движок по-другому работает. Давай. Ух ты, блин. Серега, ты издеваешься надо мной? Нет, это я. А, хорошо. Я запомнил твой скин. А вы все одинаковые. Я знаю. Ё-мало-но. А может мне взять машину быстрее? Ну давайте еще раз попробую. А если не получится, возьму другую с другого пака машину. А чего ржете надо мной постоянно, вот эти звуки, включайте ржание? Ты лох просто. Да какой я лох, я не лох. Лох. Так, кочегарим машину. Ну, отлично, подъезжаем. А как, вы за забором были, блин, я думал, вы тут стоите. А че я застрял? Эй, машина... Боже, что это за говно? Кто придумал эти машины? Они из говна и палок, что ли, сделаны? Дима, это я придумал. Хорошо, давайте возьму что-нибудь другое. Так, давайте что-нибудь из военной техники. Может, давайте на танке? О, нет. Во, на танке, мне кажется, будет прям жестко. Блин, ну я не поворотливый, как кусок говна. Стрелять будешь? Кого? Не, если я буду стрелять, то вы сразу умрете. У вас же мало жизни, я даже рядом стрельну и все. Ой. А блин, вы там по этим штукам можете ползать, я не могу там на танк заехать. Так, сейчас может еще даже другую машину возьму, попробую. Татан! Ну, блин! Ты видел, да, как я пытался? Заставили Диму. Хорошо, другая машина, это тоже говно. О, на броневике. Это военная машина, но броневик. Смейтесь, когда Сандрес Монсон траки. Ты думаешь? Да. Она высокая, быстрая. Ну блин, зараза. Почти, Дима. Ну был шанс. Шанс есть всегда, правильно? У тебя есть шанс сейчас. Я, конечно, если я возьму машину с GTA какую-то, например. Давайте что-нибудь прям вообще быстрое, да? Ну что, вы готовы? Дима, мы до сих пор не вычислили лоха. А, лоха еще не вычислили, сейчас я вам устрою. Если Дима не умрет, по-моему, в течение 5 минут, то это Дима лох.
Ага, потом ты будешь играть. А тебя надо будет в течение даже 6 минут убить, ты не сможешь. Ви. У вас скины быстрые, на самом деле. Я думал, вы помедленнее будете. О, чебузаврик, спустись ко мне. А вы в воду, нельзя в воду. А, я же сам упал в воду. Спустись ко мне. Да ну блин, ну почему так сложно? И ржет опять. Это Серега жмет, даже более чем уверен. Давай, 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 родная. О, блин, где твой там скин начинается? Дима, мы сюда, кстати, можем убить, когда мы спрыгиваем с этой высокой части, мы хп себе 10 сюда. Ты это, 40 хп ему оставил. А, может, надо было меньше жизни? 10. Ну, давай 10 себе поставим. Давай, чтоб при малейшем касании вы сразу умирали. Если мы пойдем со стымой, то мы А вы не падайте, это знаете, это давай, еще и тест на лоха. Давай, машина, блин, застряла. Ну, давайте еще быстрее возьмем, я же не знаю, куда еще быстрее. Да ты стоишь на этой штуке специально. Ну да, я стою, чтобы ты меня не убил. И так это ж сложно. Пока что он не это возможно. Дима, ты что, это Есть! Зебра-лог? Так давай, зебра, бери любую машину и дави этих челиков. И, ну, на этой машине полегче, она прям реально шустрая. А кто это дурит меня постоянно? Кто это делает? Серега. Нет, это не я вообще. А где Серега ты? Я наверху сейчас. Вот. Я еду, наверху. Я еду. Серега, Серега. А я еще хотел на медленных машинах убивать. Тут сложно, очень сложно. Нормально, Дима, я проехал. Застрял. Надо ее выше сделать. Ребят, мы же можем ее выше сделать. Пацаны, пошли? Пацаны, пошли еще ныку такую же покажу. О, приподнял. Я Серега сдох. А че он отскакивает все равно? Серега, ты умер? Я упал. Давай сбей меня, если сможешь. Да блин, она вообще не едет с этих ям. Давайте, кто в здании, тут лох. Тогда я буду в гараже. Так, осторожно, осторожно. Дима, ты что так пугаешь? Я обосрался. Чего? Я поднимаюсь, и тут ты выезжаешь на меня. Давай, убери хоть. Ух ты, блин, чё ж... Это было рядом. Серега, ты сейчас? Нет. Есть! Есть! Отлично! Чебубабрик! Челубабзик! Челепиздрик! Отлично, ребята, получается. Когда быстрая машина, очень легко, в принципе, уже получается. Ну, тварь! Ну, ё-моё, это было красиво на двух колёсах. Это я, кстати. Это ты, да? Да. Ну, Серега, ты что, я как бык, а ты дуришь, да, меня? А что с машиной? Она говно заглохла, ну тварь машина. Не могу отбить машину, которую я беру в аренду. Да, в аренду, ребят, вы почините, пожалуйста. У тебя же страховка на нее есть, ты что, забыл? Ага. Да, точно, точно. Дима, хорошо я тебя развиваю? Есть! А это не... А, блин, я думал, это Серега радый такой. Давай, едь. А где Сережечка? Не скажу. Я вижу, вот он идет, вот он. Ну блин, вот сопля, да говно. Помогите, пацаны, кто-нибудь. Там полицейский, столкни меня, пожалуйста. Только не упади сам. Давай. Есть, спасибо. Спасибо. О, давай, поехали. На крыше лежу. Блин, что-то не получается, да? Ладно, на прокат взяли, все равно починят. Поехали дальше. Я вижу Серегу. Где? Вот он. Тварь. Есть. У меня запинговало. Это было хорошо, Серега. Ну все было продумано до мелочей. И у тебя повезло, что там не кинг. Я бы дальше хотел лохолавать. Да? Чего за... Ты думаешь? Я задавила того. Молодец. Кто остался? Да. Короче, да. Давайте теперь выберите все машины, а я буду выживать. Так, очищаем карту. Так, ребята, теперь моя очередь повыживать. Посмотрю, легко ли это или просто. А, Дима, 10 хп. Я выдам. Ну давай, Серега, мне 10 хп.
Я тут один должен остаться. Понял? Я убийца. Мне получается лучше выживальщик, я последний остался. Ну все, давайте, 3, 2, 1, я готов. Давай, заезжайте туда просто, по факту. Как буду я вы застал. Меня троллили, я буду вас троллить теперь. Хе-хе, дурачок падает. Пока, щенок. Дим, я на колесу встал. Ты молодец. А, ты не выйдешь, теперь можешь тут долго ездить. А, физга нам, да, поправил? Это было хорошо. Так, отлично. Главное, что, все контролировать? Ой, я могу подальше камеру сделать, это еще Шаги. Лучше. Это так. Обстоятельство. Так, давайте косой. Вместе, Дима, я еду за ним. Давайте, отлично, давайте. Косожопый. Я! Ну блин, я хотел еще поживать. Давайте еще раз, пожалуйста. Ну, Серега, я хочу еще раз. Блин, ну так что, давай, легко давай. Убивать разве? Я как плохо играю. Я же медленно... А, я же был один, а вас много. Я готов. Тебя зажали, Дима. Ты готов? Да. Я просто профессионал. Тебе 10 хп выдалось? Нет, не выдалось. А, ну подожди, сейчас выдастся. Давай, о, выдалось, да. Я готов, давайте, покажите, на что вы способны. Нет. А, я понял, он в подвале. Нет, сюда легко приехать на машине. Он совсем в подвале, в ангаре. Да, я вижу его, он там. Эй, 5 хп осталось. 5 хп. Опять монстр трак, да, Дим? Да блин, твари. Блин, я буду шкериться тут, я боюсь их. Я боюсь, мама длинные ноги очкует. Меня, дебил, не бей. Я Серег. Че вы, где там, пацаны? Эй! А, ты не заедешь сюда, ты не сможешь. Сюда заедет баги, только настоящий заезжай, профессионал. Баги, заезжай туда. Падай да, уже, сваливайся. Зубр, давай, заряжай. Белая так, машина. Так, ждем. Ой, господи, ребята, дайте я туда заеду. Ну, Серега же профессионал, вы что, не знали, что он умеет ездить? Нет. Это, Серега, ты заехал? Нет. Дурачок. Да меня дебил ты. Ой, вот блин, мне нравится, Серега, как вы играете. Это тапочник. Тампончик, не мочи. Вот тебе, два колеса блин, пропали. Серега, вы отвлекаешь. Да вы специально меня отвлекали внизу какой-то ерундой. Ребята, мы решили устроить ПВП. Каждый сам за себя. И получается, каждый выдержит по 8 ударов. 3, 2, 1. Битва началась. Серега, ты где? Секрет. Я хочу тебя убить. Секрет. Да? А я могу попасть на расстояние вот таком вот? Мне интересно. Саби убил, фак. Саби убил его. У тебя 10 тысяч хп, ты умрешь. Ай, да, что, вы что, они умеют телепортироваться? Да. Да? Точно, ё-моё. Это было нечестно, я не знал, что они умеют телепортироваться. А чё ты как рахит играешь? Я ему 10 тысяч хп вставил. Дим, ты сам не знал, что я не знал, что он умеет телепортироваться. Да я же хотел так, ну как, типа, на дурачка. Так, тапочник, сыкло, а ну иди сюда, куда ты там телепортируешься? Блин, нормальная битва, классно, что можно тпхаться. Серёга, ты чё? Давай, Дима, отомсти за нас. Я жду Серёгу, где ты, Серёжечка, я к тебе. Минус еще один. Серега. Да, Серега! Умер. Я самого главного врага убил, этого Саби. Я ему убил. Вообще-то я убил. Пасик, извини. Серега, ты что, мне жизни решил повыносить? Саби, тебе 10 тысяч. Да. Ну, я должен выиграть, Есть! Нет! Блин, да я думал, я выиграл, ты телепортировался. Боже, как ты хитро поступил. За спину заныкался за мною, блин. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще. Серега!